сейчас работают в усиленном режиме. На улице города вышли десятки тысяч людей. Сейчас минус 8, атмосфера 747 миллиметров. Новости спорта. Михаил Кедровский, здравствуйте. Первая ракетка России Мария Шарапова без особых проблем вышла в третий круг открытого чемпионата Австралии по теннису, разгромив японку Мисаки Дой. Шарапова впервые в карьере на турнирах Большого Шлема выиграла два матча подряд под ноль. В первом раунде в баранку от Марии получила соотечественница Ольга Пучкова. В следующем круге россиянка встретится с победительницей пары Винус Уильямс Ализа Карне. Кроме Шараповой, выступление в мире.